Когда я приехала в Догофпилс, я чувствовала, ну, мне было удобно говорить по-русски, но сейчас я чувствую, как я могу говорить больше, лучше. И, я люблю моей семьи, с которым я живу сейчас. Они очень добрые, очень милые, и я знаю, что я могу говорить с ними, и я чувствую, как я могу говорить больше и лучше по-русски. И мы только говорим по-русски. Я думаю, что это хорошая идея, потому что если бы мы не сделали, я думаю, что я не могла бы говорить, как я делаю сейчас. И я очень рада, что я могу быть в этом программе, и я хочу еще учиться и продолжать, что я делаю.